بص يا هو عم، صباح ماليش دول صراحة. كراين ليك. المهم سؤال، اليوم صباح. حضرتك وعليكم السلام. حضرتكوا ده برا تيستي بيني بو تابيد ناتاتو. اتشبه يا سيس بوبلي كده يستان. ده يستان ويسلي بكاجت يستان تسوى بكاجت أوكرايني. تسوى أوكرايني. Знаешь, говорю, свобода Украины, нет войны, Путин черт. Все, супер. Вот такое Супер. Вот мышление такое дагестанцам мышление не нравится. дагестанцам не нравится. Но я все равно недоволен Дагестаном. Еще раз. Еще раз. Я недоволен своим Дагестаном. Тем, что Тем, с что ними сделали? с ними сделали? Нет, тем, что глупцы, которые тут воевать против вас. Ну, это да. Ну, это да. Ну, это же последствия как раз российской политики. Российской политики. Нет, это псы политики России. Те, что сами хотят служить. Те, что сами хотят идти воевать против вас. У вас же пытались... даже в религии, даже да, религии, вроде да? как, Вроде как это грех. Это не наша война. Мы никакой права не имеем там быть. Вот, Белгород, где вы слышали? Два таджика и дагестанец-мусульманин. Вот им сказали, вы будете... Они, какой-то полковник, я не помню его фамилию, я плохо знаю фамилии, оскорбил нашего Всевышнего Аллаха. Эти ребята трое повернули автоматы уже в их сторону, которые сами мобилизованы, и вот их троих, одного дагестанца и двух таджиков. Их расстреляли за то, что они 20, 22 мобилизованных русских расистов расстреляли. И того полковника убили. Я слышал, да. Я слышал, да. Слышал. Ну, вот я. Слушай, а у вас много а таких, у вас много как ты? таких, как ты? 70%. 70%? 70%. И 30 тех, тех, кто идут воевать. Идут воевать. Я их называю пидорами, извини за выражение. Предатель. Отлично. Вот я желаю вот такое я мышление. Такое мышление. Супер просто. Супер просто. Слушай, ну ты первый украинец, который негативно в мою сторону не ответил. Просто я встречал таких людей, которые в нашу сторону негативное отношение было. Но я понимал их, я им ничего плохого не говорил. Просто я знаю, то, что они мне говорят, на меня не доходит. Так что я знаю, что они психически расстроены. И кто-то даже спрашивал, что у меня есть дети. Я говорю, пока нету их. Кто-то проклинал меня, чтобы у меня не были дети. Я знаю, я прекрасно понимаю, в чем, каком положении люди находятся сейчас. Так что ничего плохого им не говорю. У украинцев сейчас у просто сейчас такая ненависть ко всему, ненависть что... Ну, ко всем, кто воюет, всем, кто вообще. Воюет вообще. Против их, кто против убивает, кто убивает их детей. Их детей, что, в принципе... Это адекватная реакция. Это, да я понимаю, но это преступление со стороны российских. Ну, вообще, Кавказ, как вообще, мы как... Мы находимся как... уже... Да, говори, да, говори. Да, говори, говори. Ну, Кавказ находится уже как 400 лет в оккупации. Вот. Кто-то забыл историю, кто-то не забыл. Тот, кто не забыл, сейчас против России. В России сейчас 20 миллионов мусульман. Чечня 1,5 миллиона мусульман. Дагестане 3,5 миллиона мусульман. Мы можем просто восстать и пойти против России. Но люди не знают, чего они ждут, чего они не знают пока чего. Но если вдруг восстанем, я буду в первых рядах против нее идти. Они просто ждут подходящего момента, идеального момента. Да, да, да. Мы, я вот как я украинец, и как, в принципе, все, так, все украинцы, которые понимают историю того же самого Кавказа и Дагестана, включно, вот, как раз хотят, чтобы вы также освободились, как и мы, с этого имперского российского ига. Чтобы вы были свободным народом. Не-не-не, не только это. Почему Россия нас отправляет и чеченцев, черкесов, башкиров, татар отправляет в первые ряды? Отправьте этих черножопых на первую передовую. Почему? Чтобы как раз от мужчин нас было меньше, чтобы было контролировать легче, потому что наша рождаемость здесь на Кавказе вообще огромная. Угу. Каждой семье 6-7 детей бывает, а у российских что? Собачку содержит, за собакой. Намного лучше ухаживать, чем за ребенком. Да, да. Есть такое. Есть такое. Не, ну действительно, если, если вас там станет меньше, но я сомневаюсь. Меньше, я сомневаюсь, что кавказский народ так легко взять и уничтожить. Этот народ всю, это, всю свою историю всю боролся. Свою историю и я и думаю, он как раз станет, как сказать, тем, что... В конце произойдет до распада Российской Федерации. Российской Федерации. Пускай будет так. Пускай так будет.
Все, свободу Дагестану. Свободу Украине. Всего удачи тебе, салам алейкум. Мир тебе над головой. Удачи.